Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вы говорите о том, что если вы переедете в другую страну к любимому человеку, вот, то от вас откажется ваша семья. Вы пишете о том, что ваше желание, интересы не учитываются, если я хочу что-то сделать по-своему, мне грозятся выгнать. Посоветуйтесь, просите вы, как правильно поступить в такой ситуации. Считать дальше, что у меня есть семья и потакать им, или переехать, сделать шаг в неизвестность и забыть о них. Ну, мне кажется, что это решение вам принимать самой, после того, как вы разберетесь в себе и разберетесь в том, что вы хотите, что для вас значит семья, что для вас молодой человек означает. Вот. Почему такая ситуация, что вас грозят выгнать и так далее. Пока что у меня складывается ощущение, что вы очень не доверяете себе, не можете на себя опираться и в целом пытаться собраться на кого-то. Ну, вас в таком состоянии может и молодой человек выгонять. Вот. Потому что вы зависимы здесь. Вот. Так что как-то так. Но я бы не ставил вопрос так радикально. Мне кажется, что таким образом решить проблему мало реально. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.